Против защитника отдал жюри СПД, если кому-то надо, заберите. Давайте чистим трэш, после трэша Ваня в хила, я в хила. Есть у кого-то еще хила спеки? Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Друиды, паладины, есть у кого-то хил? Пройду пару минут. Прист, который ДЦ у нас, у тебя есть холи спек? Давай ты в холи коспекнешься, я в ДЦ, мы с тобой будем на рейде посидим. А они втроем пусть летают. Давайте, РДД черепок бьем. РДД черепок, милики правы. Наоборот. А, блять, наоборот, да. Что-то они местами поменяли, что не-не, тебе не летать, мы с тобой на рейде будем. РДД черепок опять. После черепка рондик. Милики тоже в рондик. Протопал кучу, а говорит, БДК ромбик вытаскивает. Жалкие создания. Никогда. Умрите. Не мог дотянуться. Теперь меня ничто не спасет. Продолжайте сражаться, братья. Медики ромбик ваш. Здорово, развернитесь, пожалуйста, кто-то. Один рестники разбойника. Дайте кулак или каску. Да сейчас лежит вторая рога мертвая. Подожди, рестник, баф. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Лапу, дайте лапу, парень. Да, что это мы все-таки зеленым засветили? Пинки вызвали. Пинков. Я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Пинки, сколько ты ПС убери? Ну они там 1060 набивают на свою жизнь. Успехов. Не останавливайтесь.
Профитно вообще качать их? Ну так. Чувак, вы видели, паладин не успел бамбу использовать. Манга там не был, какой бамб. Давайте, короче, я и Экс... Билвион. Экс Абби... Ливионы. Экс-обливион. Что-то читать не умеешь. Завали нахуй. Ты захилишь рейд, это отлично. Но я тоже спекнулся в ДЦ, не знаю нахуя, но буду в ДЦ. А, варенька и два Эршама в портала. Гекада, ты где? А это женщина Экс-обливион? Или это тип? Посмотрите, заметь. Маша ее зовут. Так, я на гекадрон как кидаю. Давайте начинаем. Этих мобов сразу в небо, не вес паладин. Я слева по клонски. Ваня, ты в портал. Да, я попросил ее в хила спекнуться, она не спекнулась. Она сиськи пошла кидать. Я надеюсь. Короче, я захожу с вами в портал и сейчас посмотрим, что такое ДЦ по порталу. Кинки стерегировали. Хуй, блядь, я выебу вас. Кто кралька, кральку даже с удовольствием. Там вы найдете спасение, герои. Где все остальные порталы? Ты смотри, чтоб тебе ее муж не выебал потом. Так он же в командировке. Жалко, что Джерин на БДК. Не на БДК. Хочешь посмотреть, как я Джерин на него? Я посмотрел, блядь. Серьезно, что ли, блядь, дурак? Вообще? Джерин есть фотки, где у него длинные волосы. Он там такой женственный. Кстати, сейчас в порталах можно было хилить маленькую чью-то бабу. Это было не ясно. Хильте сейчас Вальку. Вон она внизу. Что-то нет ее. У меня есть, я как прочь хилю. Смотри, исповедь эти. Да и мы тебя видим, блядь. Сука. Ебать. Прям на мувик у меня пролетел перед камерой, да? Такое тело, блядь. Портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. У тебя какая-то читерская хуйня. У меня было такое, когда-то за Эршама я пиздец там нахилил просто. Я на каждом круге оставался и кидал по волне. Это можно будет просто с порталом брать. Вон, смотри, вот. Эти ты исповедь. Да я вижу, блядь. Ебать. Вы все видели? Чё? Да, я его вижу. Сука. Не, рано еще, наверное, рост, или что? Да не, нормально, 77. Давайте, рост. Давайте, рост, варенька, гимна ХП. А, хули престол, который хилит Вальку. Там нету хули приста. Да я хули прист. Читаю гимн. Давайте, ДЦ гимн на ХП.
Элдоран, гимн на ХП. Я не люблю вот этот баг, который с молитвой исцеления на рейд. Четкая штука. Что за баг? Когда стаки собираешь, квест. Молитву исцеления берешь, ну, пользуешься, и она весь рейд хилит. Если ты под стаками. Возьмите квест, если не взяли. Шея на танка нужна? Кольцо на танк. А мне нормально это кольцо? Ну, предписывай вроде. Ну, я второе. Спасибо. Давайте, все, кто там вниз, спуститесь, пожалуйста. Все обратно. Ваня, останься в хиле. А мы в ДД, короче. Пусть что-то иду на трэш, Пафа, кашу. Как обычно. Почему в норме так много хилов? Да блин, вчера вайпнулись, короче, в обычке. Варенька, трай в три хила идем. Блять, что такое? Эти дебилы, блин, они били вообще все, что не попали. Два БДК тащи, так не, блядь, говоришь им, не, это, массами не бейте. Ага, дайте не шкаф, бейте. Короче, там внизу. Этот. Ебать, в три хила объем такие, короче, вторая фаза, все нормально, нормально. Варенька такой говорит, я АФК. И АФК, и ушел. И все, и мы упали. Но у нас ДЦ был и РШАМ. Дайте шкаф внизу, меня надо присумонить. Это пиздец был просто. Мы вайпнулись, короче. Я спекнул 4-го хила. Сам зашел на хила, еще одного чувака спекнул. Дайте лапу, каску, кулак, роги. Дайте в сумму. Каску, кулак, роги, дайте. Приведите всех тех драконов. Дайте суммон, пацаны. Только две кучи сразу, и дайте каску, кулак, роги. Меня не слышно? Да дали. Может, разбьем. А я в инсте, что у вас не перезапустился ивент? Нет, нормально, все. Ты сейчас перезапустишь. Что ты делаешь? Мяу. Каску, кулак, роги. Чего ты раскричаешь? Кто ты? Тебе пришел Симон, но почему-то ты не сумолишься. А вы слышите, у меня кошка тут кричит прям на меня? Если слышим, жаль, наверное, хочет. Ну да, я... Маленький. Чего вы не хилите? Вы что, уже бьете? Тебе вот кулак даешь, и ты сразу дохнешь. Чего не хилят? Что делать? Ну, Бой, ты же вообще никогда не бафаешь. Хоть здесь побафай. За все эти рейды, что не баф. Вот, почему ты никогда не бафаешь? Че не баф? Ну, вообще, там, допустим, когда престолом в рейде, когда друидом. Почему баф? Да-да. Вы будете, посмотрите, там все баф. Ага-ага. А на публику, да. Не, ну блять, когда не охота бафнуть, когда охота бафнуть. Ну, у вас, ну, всегда не охота. Тебя так же не поезд обласла. Дайте каску, кулак, кроги и лапу. Иди в жопу, если сдохнешь все равно. Че с ребенком? Сумнешься, нет. Да не сумнется он, блядь. Давай беги, блядь, копыт на своей. Кулак, дайте роги. Да вот он здесь уже. Кулак, ой. Остановите их! Чё за этот тамберек? Синдракосы? Баба какая-то болтает.
Зайдите глубже в комнату, там бьет кого-то на краю комнаты. Но если вы хотите, давайте кидаем ролл, кого меньше всех, тот пидор. Кто не кидает, тот сразу пидор автоматически. Блять, код единица. А, ну шестерка. А, да, бля, у меня 5, что за хуйня? А, 4. Виноватый 4, красава, брат. Хламончик 3. Ясно, почему ливнул из адептов. Давайте, кидаем. Подожди, Войт, не роль. Ну, давайте, один. Кидаем ролл сейчас все. У кого меньше 50, тот пидор. У кого больше, тот натурал. 51 у кого-то. Чисто фал, блядь. Фу, 49, блядь, что такое? Давай кидать ролл. Если, короче, у тебя больше, чем у меня, то ты пидор. А если у меня больше, чем у тебя, то я тоже пидор. Что? Вот, ну ты сказал. Ты типа клеишься сейчас ко мне или что? Да он на твою пукло давно уже взгляд имеет, нахуй. Я никого не понял условий. Единственное, что я понял, он говорит, это же пидор, типа ему самому хочется. Че, кидай ролл. Давай, ебать, я не понял правил, но поехали. Ебать. Я а вы, пидор, короче, да? Два пидора, ну, по сожалению, ой. Стойте, 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 не агрите дракона. Давайте дракона убьем быстро. Стойте, ну стойте, ну стойте. Стойте. Идите сюда, кто там АФК. Элоран, иди сюда, или давай мои тапки. Блядь, три селкаш, ебаный сагр. Ладно, пошлите. В смысле, ебаный, ты че, охуел? Кидай ролл, Трис, если меньше 50, то ты ебаный. Кто ебаный? Ёбаный, да. Кидай, Трисе. Я там это. Блять. А те, кто сматерится, короче, тому 300 гп начислил. Пошел нахуй, ебанарод, пидор конченый, блять. Так, 6 матов, я слышу, 6 или 3. Начисляй. 1800, да? Мысли, еще пока не был, ну как бы. Засекал кто-нибудь, во сколько мы ребро спустим? Робот, ты после лича будешь собирать ИВК или нет? Да вон Вуди будет, я пойду кем надо. Если честно, не, не, прям... Вуди не будет. Честно признаться, я реально до сих пор не соображаю тактику на валик и на червяков. Но на валик сложнее, когда там, блядь, кого свичится. Пиздец, ты тупой, я хуйня. Ну это же так сложно, конечно. Поднимитесь наверх, наверх поднимитесь. Мама. Отойдите подальше, тотемы уберите. Здорово. Давайте танки в фрошмат одеваем. 4 хила. Трисе, повесь СС на БДК. Виноватый СС на протопала. И Нарктариус СС на варенька. Повесьте, пожалуйста. Дайте рыбу и фулбаф. Тонус БДК. А, Диана, я понял. Есть рыба, братишки. Ты забыл? Братишки, фрост-шмот оденьте, пожалуйста. Ну, КД, значит, хуй с ним, чек на пол. Не вижу рыбы, кто ставил рыбу, я теперь не ставлю, это тупо жмот.
Дигли, носок, что не так? Кулак варом, пожалуйста, Славик. Все, спулил. Как вы заебали, как вы дохнете, сука. Давайте, хилим, спулил какой-то гандон ебаный. В рот его бомбил, блять, войда за ним отправлял. Варом и кому еще? Хильте, блять. Не знаю, только варом, поехали, полдыда. Так, склепы вообще не будем бить, у нас 4 приста, тупо не бьем склеп. Хуй ты угадал. Два хила магия из 3, короче, не копим стаки. Милики 4, РДД 2. Беги, малышка, беги! Давайте склепы, одну метку вешаю, вообще склеп не трогаем, остальные на 300 тысяч, стоп ДД. Метка в центре, все, остановитесь. Третий ХП снесли. Жри СПД чуть-чуть назад. Кружок не бьем вообще, справа близко падает, не бить кружок, все остальные без дот до 300 тысяч. Справа близко. Мага хилим, не вешайте доты, пожалуйста, слева близко, слева падает, блядь, не могу отбежать. Стоп по правому. В центре между склепами. Все, стоп по всем склепам. Стоп ДД по склепам. В центре падает. Стоп ДД по склепам. Еще раз, в центре далеко. Не бьем склеп. Блядь. Разбивайте. Сука, тупо на грани. Так тут не ваншотят. Ты себя запитал. Ничего страшного. Когда-то говорили, роги на синдре не дамажит, а сейчас он две роги в пятерке. Первый склеп под боссом и все. Под босса склеп, по моей команде милики выходят. У Ретрик под босса милики отошли. Сбрасываем стаки. Следующий под босса. Босса следующий склеп, его не бьем. Под босса, как всегда, не бьем склеп. Склеп не бить, милики отошли. Не бить. Давайте, на счет 3 бьем склеп. Раз, два, три. Бьем склеп, линканешься, давайте рост. Все, все остальные склепы в сторону. В сторону, муравин в сторону. Я синдру бьем. Забили. Бьем со стаками. Похуй на все. Дайте фридом, пожалуйста. Фридом на БДК, пожалуйста. Сейчас. В сторону, Саня. Трися в сторону. В сторону, трися. Разбойников хильте, пожалуйста. У меня в адептах этого чифа в одного хила делал, шамана тогда хилил, четко сделали. Ролим часы кому нужны. Ой, бать, первый токен завоевателя. Возьмите квесты для квеста. Синдрей, токен там, завоевателя. Все, Ваня, спекайся обратно. Токен защитника отдал же РСПД, кому надо попросить. Ну сколько мы начали? Ну, 37 минут мы убили, час 10, час 15.
Чему здесь? Да цели спелит. Дайте рыбу, пожалуйста, на лече. Не жмитесь, одну рыбу поставьте. Могу дать. Ставить не умею. Дайте, кто может ставить. Присоедините в речат. Вам варенька даст рыбу. Вон, скреться дайте. Разбойников, пожалуйста, фулбаф двоих. Ёбаный смертник. Гекада тебя только ждем. Чек на пол, шаман, когда портуется, я запущу. На пол, Егор. Кинь всех престолов от двупати, чтобы переходки убили. Да не надо, Элоран, все готовы, я запустил. Итак, побьем, короче. Ну сам побьешь. Я. Кулак руки. Кулак разбойников, Славик. Ешьте рыбу. Нормально. Босса запустил, РДД в звезду становимся. Более быструю, чем ты заслуживаешь. Да похуй на СС, короче, давайте бейте. Вальком ауешный стан и разбиваемся. Во второй волне валькир, небольшой рейндж вокруг. Ну, в железном круге, да, я все скажу. Просто у нас нет. Я все скажу. Если ты там и танчишь, короче, просто. И духов забираешь. Никак, да, не пробиться. Вообще. А че, а, извини, Ранька, говори. Говорю, тут лицом Диан, же говори. Диан. Лицом все равно, как хочешь. Как хочешь, зай. Ну, лицом на протопало, желательно. Можешь лицом сесть просто мне на лицо. А где у нас? Не будет трэша отдельного, короче. Бля, ну так чем мы не будет, короче, там с миликами ее просто разгонить. Фаларион, неси вперед, диспельте. Давайте переход к на край уходим. Киливайте пристов, присты стоим на платформе, дамажим впереди лечить. Дайте гимноман. ДЦ, давай. Гимноман. Уйдите, ретрики, отсюда, ну ебать. И так тяжко хилить, еще и вы подходите. Кто там воет, ебан. Процента уже снесли. Есть. Давайте духа когда добиваем, и все за спину плечо. Звездочку кучно стали. Блин, локи тут какие-то, блин, триси, ты что, конченый? АВЕ стан и фулл ДД в валькир сейчас. Давайте всех трех валик бьем. РДД хилы вышли из-под валькир. Быстрее. Охуенно, ебать, да, сквернение валик разбили, конченые, блядь. Вышли с лужи. Здорово, умничка. Рейндж набрали в железном круге. Лужу к ледяному склепу стараемся вынести. Рейндж в ледяном круге, 5 метров друг от друга. Верно, короче, успеем перевести до лужи. Тут уже на край можно как бы. Веди на край, Диана. Диана, на край. Все уходим туда же, где мы были. Быстро туда же, где мы были. 2%, быстрее. В звезду, все рейд в звезду. Быстрее, быстрее к звезде.
Она меня несет, блин. Значит, что такое, Валька не отпускает меня? Можешь собирать. Все, вы маны шамана залили. На край лича, короче, все на край. Жатву захильте, пожалуйста. Уходим на другую сторону. Под маленьких духов уходим. Кош, Димон. Вот ты, блядь, уёбок. Бежим, бежим, сложим. Не стоишь же никуда не видеть, там добьём. На мужика, да? Да нет, там ещё время с запасом есть. 3 секунды осквернения. Вот этот бой с личом, сколько времени прошло? 5 минут, за 5 минут убили, прикиньте. Ровно 5 минут. Прикинь, Геру 7.35 убили, китайцы. Сколько с пула ребра прошло, кто знает? Сейчас 28. Да не может такого быть. Мы в 30 минут убили. Если бы Геру проносили за 1:45. Рекорд 1:40 Гера. Лок, блин, молодец, вот этот, который я взял, мне аж понравился. В 23.37? 37 минут мы его убили. Ну, да, 22.37, 23.37 у вас. Почему при мне танка 3 не падает, нифига? Кирилл, а чё ты не хочешь ВК собирать? Ну, соберем вместе, в смысле, только ты поиграешь. Сколько там онлайн гильдий? 31. Пошлите вот этим же составом, тупо сейчас прилогайте все, на кого надо, и в ВК. Полчаса потратим. Давай я Валик поиграю, а ты всё остальное. Давай Джерри, он тогда поиграет, ему выбор нужен. Джерри, он будешь рейли, Димон? ДБ сделай. Нет, ДБ, пизду. О, Войт может порыли. Да тут хватит РЛов, ёпт. Главное собраться. Не охайтесь, пожалуйста. Да, сейчас на ИПа все зайдем. Вкусное падало. Лев, норм? Почему такие рейды так поздно? По-разному бывает. Какие такие? В плане, когда там онлайн хороший, ИП есть. Ой, днем еще обычку собирал. ВК 25-ка будет завтра? Сейчас будет ВК 25-ка, заходите. Да я уже сейчас не смогу зайти, я уже вырубился. Могу зайти собрать ВК. Заходи, Олежек, у нас еще 33 онлайн, 37 вроде. Наконец, я свободен. Yes. А не офайтесь, давайте быстренько ИВК, а то ИП, блядь, не дадим сейчас зацелку. Кралька, расскажи, сколько ты зарабатываешь парикмахером? Ну, 30, наверное, где-то так. А почему ты хоть не пытаешься в барбера переквалифицироваться и 60 зарабатывать? Ну, я, видишь, в маленьком городе живу. А сколько у вас населения?
Ой, ну... По-моему, 300 тысяч, что ли, не помню. Ой, да или это много? Лог. Нет, у нас 400 в Белгороде. Меньше. 30 тысяч, да? Дмитрий, устроим. Да нет. Я смотрел твой город. Там блин, пацаны, упало 2 минуса. Всем спасибо, ролла больше не будет. Ладно, ебать, давайте теренаску, надеюсь, она вам никому не нужна. Кому нужна, то чмо. Так ты чмо, получается. Это да. Гека, да что это такое? Кто это вообще? Раз, два, три. Блядь! Ну, Тофа, ну ты не успел. Если Гека да тебе передаст, то ты молодец. Токен завоевателя нужен кому-то? Геем только нужен. Ну, а, блядь, давайте мой теренас 95 кину. Че, никому Митриус не нужен просто так в подарок? Да у меня с Гера, блядь. Давайте, заходите на ИПА, сейчас я тоже зайду. Кому Ирелла можно передать? Кого? Войт, у тебя есть права начислять? Да. Сейчас зайду на друида. 47 тысяч, короче, 50 тысяч у меня на себе. Нет, тогда не пойдет. А до Челябы тебе далеко ехал? Ну, часа два, наверное. Ясно, тогда заработай парикмахер. Да, тут, блин, делать даже барбер, это просто там, не знаю, мужские стрижки. Я мужские стрижки лучше подстригаю многих вообще, мне кажется, барберов этих. Ну только они деньги зарабатывают, чем тут, как ты подстригаешь. У них стрижка стоит 1000 рублей, они забирают 50% за стрижку. У меня, допустим, в городе мужская та же самая стрижка стоит, ну, 300, так, 250 рублей. Если я...